Карман-то у меня не резиновый, не резиновые карманы. Были бы резиновые, все бы забирал, а так... Увы и ах. И че... Всем кой, меня зовут Алексей, канал Кутим, ламповый летсплей Resident Evil, первая часть HD ремастер, мы уже с каждым шагом все ближе к цели. Если не подписаны, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте палец вверх, это очень сильно помогает. Мы сейчас уходим из виллы, замка, дворца, мы уходим наверх. Как раз, нет, мы тут не выйдем наверх, потому что нам надо через второй этаж выходить, ну ладно, ничего страшного, не очень-то и хотелось. Так, пык-пык-пык. И вот сюда, да? Вот в эту часть, да, хорошо. Здесь мы выходим. Мы сейчас идем за город, я забрал батарею и трубу, рычаг, который... Ну вот, а еще забрал... Давайте посмотрим, что у меня есть. Я забрал рычаг. Металлический объект. Изучить. Объект, сделанный из сплава, выгравленного эмблема. Хорошо. Аккумулятор. Мне казалось, там батарейка будет, а тут целый аккумулятор, нифига себе. Так, и все. Мы все ближе к финишу, Я напоминаю, что вы можете сейчас в комментариях писать предложение по следующей игре. Я с удовольствием почитаю, что вообще сейчас модно, потому что что-то как-то выпал отпуск, перерыв, у меня был каникулы, называйте как хотите. Вот, и пора бы как бы... наверстывать упущенное. Вот, постараемся более часто. Ну, точнее, не более часто, постараемся более стабильно выкладывать видосики новые. Вот. А помимо видосиков, я, кстати, еще иногда у меня выходят статейки на Дзене. Ссылочка также есть в описании. Можете заходить, подписываться с удовольствием. Приму вашу подписку там. Вот. Мы сейчас через книжный. Ой-ой-ой, стоп. Я же уже почти подошел, да, вот в эту дверочку, пожалуйста. Так, мы проходим через картинную галерею. И выходим. Выходим ли? Да, и выходим вот сюда. И здесь рядышком дверочка с выходом на придомовую территорию. Так. Да, она вот как раз перед нами. Вот сюда. Я помню место, где батарейку надо всовывать. За рычаг пока еще непонятно. Я помню, что я еще помню из придомовой территории, кстати. О, воу. А, из придомовой территории я помню, что там фонтан льется. И для этого нам нужен, скорее всего, рычаг. Спасибо. Так, а здесь мне куда надо? Мне вот вспомнить бы куда. Ну, наверное, сюда. Не помню. Я тут пароходом то туда, то обратно. Так. Так, и да, вроде бы сюда. Здесь фонтанчик где-то должен быть. Песели. Песели нет? Хорошо, песели нет, это хорошо. Но здесь у нас только один проходик вот сюда. Ну все, я на финишной прямой. Мы сейчас вот здесь пройдем где-то. Где-то вот здесь пройдем. Тут змеи, кстати, сыпались. Я не знаю, остались они или нет. Остались они, зараза. Зараза, да пошли вы нафиг. Блин. Плохо. Плохо, что они кусаются. Меня даже, кстати, не отравили. Интересно. Вот. Тут типа какой-то бушующий водопад. Похоже, за ним что-то есть. То есть человек чисто технически. Так, и, по-моему, вот здесь. Вот тут вот как раз еще один лифт. Вот он, лифт. Вот сюда мы применяем аккумулятор. Так, нормально. Ну все, я подключил его. Питание к лифту восстановлено. Все. Все, поехали тогда.
Это единственное место, которое я понимал, что делать, а вот дальше уже не понимаю. Мне надо куда-то рычаг припиндюхать. Здрасте. Адея. Не понял. А, ну все. Я, кажется, понимаю, что мне надо делать. Сейчас мы воду включим обратно и выключим водопад, получается. Ну, то есть у нас же лифт-то уже работает, правильно? Я могу уже зарычажить это. То есть, так. Использовать. Да, могу. Он же не будет просто так использовать, крутить туда-сюда, скажет. Алексей, ты задрал. Вода типа поднялась, водопад выключился и... А, похоже, звук водопада прекратился, да? А, ну все равно мне как бы рычаг этот оставили, потому что... Окей. А может, рано я это сделал? Может, еще надо будет... Не, ну вроде рычаг остался. Он же откуда-то знает, что типа... Это можно использовать, это нельзя использовать. Так, а где тут? Где тут? Не сюда. Вот сюдышечки, вот сюда. На дно! Тут работает уже... А, стой, может тут какой-то зверек плавал? Какое-то существо плавает в воде. Все, нам все равно. Здесь мы открыли... Здесь открыли тайный проход. Здрасте. Здравствуйте. Так. И мы в каком-то подвальчике. Тут сбоку есть дверочка. Мы, конечно же, ее откроем, посмотрим, что там есть. Тут есть непонятно, что шахта какая-то, шахта. Шахта? Большой валун блокирует путь. Под ним видны следы крови. А, и хорошо, а чё как? Я не понял. Так, патрончики на дробовик мы не берем. Мы не пользуемся дробовиком. Хорошо, ладно. Пока все понятно. Новые подземелья, вот бункер прям. Какой-то прям, какой-то бункер. Вот кто такой? Для чего такое вот строить? Ух. Здрасте. Огромная дыра. Интересно, для чего ее вырыли. Хорошо, давайте что-нибудь. Источник питания лифта. Тут есть... круглая крышка. Открыть, конечно. Ой. Стержень, конечно, заберу. Стержень. Стержень заберу. И вот это тут еще одна дверочка. Так, что-то там светится такое. Что такое? А нет, это патроны, это патроны. Мы не будем брать. Потом некуда будет... Карман-то у меня не резиновые карманы. Были бы резиновые, все бы забирал. А так, увы и ах. И тут еще какая-то фигня. Энрико! Ой, ближе не Энрико? Подходи, Крис. Ты что, чё, ёп? Энрико? Есть предатель. Энрико, стой! Энрико! Кто там? Амбрелла. Энрико. Амбрелла. Двойной агент. Там кто-то стрелял, кстати. О, еще одна рукоятка. Убит точным выстрелом. Кто бы это мог быть? Рычаг, рычаг, забери. Я же рычаг хотел взять. Минута, он что-то держит. Рычаг, вот, у меня теперь два рычага. Нужно больше рычагов. Все, ты больше ничего не держишь. Что же он мог знать? Двойной агент, ну двойной агент, мы из письма уже поняли, что кто-то нас сюда пригласил.
Что, что, что? Кто подставил Энрико? Кто убил Энрико? Да я знал, что двойной агент есть. Тут же из письма было, типа, пригласить отряд. Вот мы, нас пригласили. Кто это может быть? И по одному нас всех... Здесь что-нибудь... Оу! Нет, это мы уже видели. И здесь что-то еще должно быть. Есть что-нибудь еще? Пустое пространство. Похоже, что-то не хватает. Да что-то только не хватает. Ну ладно, мы сюда сходим. Да стоп. Да стоп. Не вот сюда надо. Вот сюда надо. Да. Получается, получается, что да. Пещерку исследуем, друзья. Не вставай. Это в твоих же интересах. Так, у нас... А, у нас рычаг появился, кстати. Большой валун. Под ним видны следы крови. Но с валуном что-то делать. Может, стрельнуть по нему надо, не знаю. Здесь пока в этом крыле у меня все. У меня здесь все. Шестеренки мы нашли. Рычаг нашли. И пока что все. А зачем? А, я не туда пришел. Отлично. Могу, могу, да, не туда прийти. Так, и куда мне тут надо? Вот сюда. Так, тут вроде ничего не блестит. Значит, мы ничего не берем. Ничего не блестит, ничего не берем, друзья. Так, это наверх. Это мы тут были. Это мы вот тут не были. Ящик. Вот этот ящик, походу, что его можно... А, ящик. Они два одинаковые? Непонятно. Так, вот эту штуку пока я уберу. Она мне тут явно пока ни к чему. Я не уверен, что мне диск тоже. А тут и печатная машинка. Вот это. Вот это да. Вот это сервис. Я, кажется, что-то нашел. А, нет, стой. Да я хочу вот эту. Нет необходимости. А вот это... А вот это могу. Так, мне теперь два рычага. Ну ладно, хотя бы суммарь тут рядом, если что, я... А место-то у меня есть? Может, у меня места нет никакого? Да, проблемка. Экипировать! Что тут у меня? Что тут у меня? Камунь преграждает путь. И че? Вот это да. Не жгите камень. Так, все, да. А ты тут дырку какую-то сделал, да? Нет? Мне кажется. О, дырку сюда реально сделал какую-то. А, блин, нет, тут не дышу. Здрасте. Я не готов с тобой биться, подожди, подожди! Даха. Подождите. Ты можешь вверх стрелять. Жги к чертям эту паутину. Я понял. Ай, киберпать. Кто там? А, нет, не упал. Так, что тут у меня есть? Слушай, ты как-то не очень удачно ты сдох тут.
Я могу взять что? Я не могу больше нести предметов. Хорошо, спасибо. А тут я могу пройти? Могу. А, еще, еще один. А штуки... Тапа-чип. А, он стукал. Так, ну что, у меня... Я же могу обратно огнемет этот поставить? Там ножик лежит, я хочу ножик взять. О! Дурак. Ты что так пугаешь? Дурында. Что, ты все... Нет, все, все, все нормально. Я сюда еще, кстати, не добежал до конца. Тут, может, что-то лежит? Так, тут лежит что? Тут дробаш. А, лежит. Лежат патрончики, но я их все равно взять не могу. А, вот сюда, кстати. Да-да-да-да-да. Экипировать. А, нет, не экипировать. Экипировать, изучить. А я не могу использовать их. Ставьте огнемет, да, вставляю. Так, минус огнемет, и мне, я, значит, могу уже идти за мечом, за вот этим вот. Нет, не сюда за мечом, вот сюда. Да не сюда за мечом, господи. Вот сюда, вот сюда, вот, вот, вот сюда, да-да-да. Я там сейчас возьму меч. Ну, даже не меч, это нож. Иди. Все, больше никто не хочет появиться. Здесь должен быть... Дож. И у меня даже есть предположение. Если огнемет не берет. Огнемет не берет. Экипировать. Так, стоп. Ну давай экипировать, хорошо. Ха-ха. Я знал. Самое сильное оружие в игре. Нож. Ну тут пока все просто. У меня как все просто? Все относительно. Что такое? Это карта локации. Взять, конечно. Далеко, далеко. B1. Карта локации B1. Что-то мне подсказывает, что это место для огнетушителя. Но у меня его с собой нет. Я его вернул на место. Пекс. Ага. Здесь... Да-да-да, здесь я снова рычаг этот... Вот этот использовать. Это я уже проходил. Так, и камень этот я уже проходил. Это я тут уже это... Уже знаю, что тут делать. Опять уху? На полу большая дыра. На полу большая дыра. Вы не можете пройти. В смысле большая дыра? Это не большая дыра. Это... А тут больше никуда нельзя. Влево, вправо. Так, туда я не могу пройти пока что. Почему-то. И здесь тоже ничего нет. Печально. Так, ну, стоп, подождите, подождите. Секундочку. Да я не... Я не хотел сюда. Верните меня назад. Нет, вот, вот в этом направлении. И вот тут вот в бок есть... В бок. Нет, я прошел. Ну тут же показана дверь. На карте. Может, еще раз надо? Дайте мне дверь.
О, спасибо. А то я думал, это у меня отгулинка. Фух. Так, ну, во-первых, спасибо за дверь. Давайте мы туда сходим, посмотрим, что там. Так, тут аптечка. Аптечка и все. Фух. Мне нужна... что мне надо? Рычаг я не выкинул. Все, мне рычаг все еще нужен. Здрасте. Здравствуйте. Ой. А еще раз. Слушайте, в детстве такая штука была. Становишься и... Так, что здесь есть? Что такое? Статуя богини безмолвно улыбается вам. Это что такое? О, стой, подождите. Я вижу, сюда можно что-то вставить. Не, это значит вот это. У меня два рычага. Да в смысле? Здесь отверстие. Ну, впихай в отверстие. Для чего? Ага. Использовать. Все, я понял. Сейчас мы дотащим до туда вам нашу статую, у которой нету рук. А может, есть руки? Блин, у нее есть руки, ребят. И мы ее подвинем, типа, а потом мы ее... Не знаю, что. Все. Так. Да. Спасибо, что повернули меня вообще от души. Так, и снова рычаг. Использовать. И мы ее сейчас типа отодвигаем от стены. Еще раз отодвигаем. Ну, точнее, убираем уже выдвижную вот эту фиговину. И все, и тащим. Так, что нам? Ну, видимо, вот сюда, на эту штуку надо. Кто в детстве катался на таком блинчике, вот, который... Поворотики влево-вправо. Так. Мало. Нам надо еще будет повернуть. Вот, да, вот. В другую сторону. Так, хорошо. Вот так, отлично. Отлично. И сейчас мы вставим этот механизм. Эту статую вот в тот затвор. И что-то должно произойти. Я пока не понимаю. Но что-то явно интересное. Гляньте, насколько... И так сойдет. Нет, ладно. Насколько текстура статуи, которая движется, отличается от статуи, которая не движется. Спасибо. Вы не можете нести больше, спасибо. Вот эта штуковина. Да, цилиндр. Мы это. О, хорош. А что это такое? Подожди, подожди. Вал барабана. На нем выгравлены включить. Ой-ой-ой. Так, а что? А, ну надо двигать. Давай. Еще двигаем. Так, хорошо. 4, 2. Давайте запишем. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3. Всякие цифры, которые тут видно, их надо как бы записывать, потому что мы потом их не найдем. Так, и все. Мне тут надо что-нибудь? Мне здесь не надо. Хорошо. Гляньте, я пробежал эту штуку. А где мы этот барабан доставали-то? Мы, по-моему, в другом крыле его доставали. Мы сейчас вот как раз его туда обратно пихнем. Да.
пусть огнемет здесь будет, я не знаю, он... Да и ладно. Чтобы потом не выяснилось, что его, блин, надо куда-то переносить, еще что-то. Место есть, берем. Да. Это какие-то, блин, рычаги, вот, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. И потом он у нас был в самом начале. Потом он у нас был здесь. Может, и не надо было его двигать, не знаю. У нас есть два рычага. Если что, сходим недалеко. Да. Дверь закрыта, не открывается. А, ну в смысле, да. Все теперь открывается? Да. Да, без огнемета не открывается, печально. А, может, я туда вставлял или наоборот не вставлял, и поэтому там открылось? Не понял механики всей прелести. Ну хорошо, в любом случае, мы вышли. Так, и тут, по-моему, что-то, какой-то выход есть. Выход наружу, и мне надо вот сюда в бок. Потому что где-то здесь лифт или что-то такое, и... Или не лифт, туннель. Тут туннель. Мне надо вот сюда. Вот зачем он двери за собой все время закрывает? Вот вообще вот просто... Открыл дверь, пусть. Пусть будет открыто. Так, и где-то вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Есть вот эта вот штучка. Так. Использовать... Мигающие кнопки. Нажать одну. Конечно. Какую? Что там? 4, 2, 3, 1. Давай 4. 4, 2. О, это пароль. Он подходит сюда. Похоже, подача питания восстановлена. Видите, видите, как все важно. Но хотя там это тоже было очевидно. Так, лифтик приехал. Хорошо. Здравствуйте, лифт. А куда вы меня отвезете? Наверх. Стоп. Что-то где-то мигало. А, это патроны. Ну и пусть все мигают. Только отвлекают. От прохождения. Так, мы поехали. Так, и тут патроны. Хорошо. Кнопка лифта. Конечно. А, мы все ниже, я понял. Я думал, мы наверх, а мы на дно. Все дальше на дно. Все глубже на дно. Здрасте. Здрастите. Ящик с предметами. Это подожди. Что ты тут куда-то тут? А, я не в ту сторону. Я не в ту сторону пошел. Все хорошо. Что у нас там по времени? По времени, друзья. Целых 40 минут мы уже бродим. Что это такое? Нет, показалось. Показалось. Там лестница есть. А я могу вниз? Полезли. А че нет? И тут внизу есть пресс. Уплотнитель мусора. Тут, ну, конечно, нажатие. Прикольно. Так, уплотнитель мусора. А мусор, а где? А мусора-то нет. Хорошо. Так, опечатанная машиночка тут есть. Ящик я понял, увидел опечатанную машинку. Ящик с предметами. Может, мне надо сюда что-то покидать? Непонятно. Ну ладно, тут есть дверь. Давайте в нее войдем, посмотрим, что там. Здравствуйте. Большое помещение. Ну так, ну так. Здесь можно налево и направо. Ой. Что-то щелкнуло. Что-то щелкнуло. Ты щелкнул. Слушай, а тебя же нельзя убить.
Тут какой-то рычаг. Где? Чини, чини, пофиг вообще. Что-то вылезло. И что я тебе туда вставлю-то? Алло. Мне вставлять-то нечего. А что здесь? Тут механический крючок. Похоже, дверь откроется, если повесить на него что-то. Особенное. Огнемет туда надо вешать. А дверь не открывается, да? Угу. То есть мне надо передернуть рычаг. Передернуть рычаг надо. А, это снова ты, привет. Да, пошли ты. Отдыхай. Подожди, подожди, не ори на меня. Я тут не был, да? Что-то особенное надо туда повесить. Дайте мне. А как я же там огнемет не заберу, он там остался. Я тут, а огнемет там. Только это что? Так, это я куда-то вообще в другое место попал. Как. Так, тут есть что-нибудь поживиться? Есть ведро с водой. Могу ведро с водой повесить, кстати, а почему нет? Крючок. Что? Ха, прикольно. Так, ну допустим, а что мне это даст? В лифт, что ли, запихать? Так я кнопки не нажму. Ай, нажму. Все нормально, да? Едет? Для транспортировки запустить, да. Ты худо. А куда он уехал? Куда коробка-то уехала, алло? Так, а где там пресс был? Может, он к прессу поехал? Да, но пресс был далеко. А, ну он, походу, к прессу и поехал. Предположим. В какую мне сторону надо? Отдыхай. О, я потерялся, где я. Мне не сюда. Мне не сюда. Мне вот... В смысле? Вон тут где-то поворотчик есть. Вот сюда мне, да. Отлично, все. Тут по прямой. Тут по прямой. Не заблужусь. Хорошо, что они двери не, не... Откройте. Пожалуйста. Так, я очень надеюсь, что к прессу прилетела эта коробка. И мы ее запрессуем зачем-то. Непонятно зачем, правда. А, мы уже здесь, кстати, это хорошо. Мне что-то казалось, что все намного дальше. Ну что, коробка-то приехала? Коробка на месте, нет? Ну вот. Мы сейчас присанем зачем-то. Я не понимаю, что мне это даст. Ну, есть коробка, значит, надо действовать. Угу. До упора. Может, там взрыв какой-нибудь, бомба. А чё нет? Ну давай, пресс. Давай, давай, давай. Ничего, все настолько круто. С какой вероятностью в этой как? Вывод сломанный огнемет. Да пофигу, какой огнемет. Да. А ты можешь меня обратно отвезти? Отвези меня. Нет. Все пешком, пешком придется. Зато у меня есть огнемет. В любом случае, мне надо сначала рычаг дернуть, чтобы крючки эти вылезли. А потом же огнеметик. Сырость, сырость. Так, мы сразу попадаем в эту локацию, где нас ждет дентакли монстр. Мутант или монстр. Так, а ему какая разница, мутант или монстр? Так, и...
Так, с какой стороны тут был рычажочек? Я не помню, с какой стороны. А, я помню, вот с этой. Давай, давай, давай. Тянуть. Тянуть, вставлять. Тянуть, бежать, вставлять. И вот здесь, стоп. Не сюда, вот сюда. Да-да-да-да-да. Да я... Ты издеваешься? Быстрее иди, оно сейчас закроется. Да иди. Зараза. Мужик, отойди, не до тебя вообще. Видишь? Веришь, нет? Давай. И побежали вообще. Нельзя терять ни секунды. Использовать. Ну вот, отлично. Ведро с водой повесил и все. Ну ты будешь открывать, нет? Я уже думал, он уже не захочет открыть. Здравствуйте, здесь у нас что? Здесь у нас что-то непонятное. Ой. Ой. Огонь погас. Совсем недавно. Нет. Нет необходимости зажигать заново огонь. Стол завален потрепанными куклами и горящими свечами. Что вы хотите, чтобы я тут делал? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. А, ну здесь, походу, проходняк, да? Огнемет. Огнемет? Или автомат какой-то? Так, давайте здесь посмотрим еще раз внимательно все. Ничего не блестит? Нет, вроде не блестит ничего. Ладно, пойдемте тогда в воду. Подождите. Там задний двор. Золотые змеи плывут. Подождите. Я где-то туда бежу. Нож забирай и убегай. Стой, шкатулка. Да. Все, да, все, нет. И, блин, оно показывает, что не все. Да, я подниму, чтобы змеи не поднялись. И чего? Нет необходимости. А изучить? Что? Каменное кольцо. Семейные фотографии и заметки. Здесь что-то написано сзади. Дайте я запишу. 10 ноября 1967 год. Вирус-прародитель введен. Джессика. Введенный вирус тип А. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательно. Действие уничтожено. Лиза, тип Б. Повышенная активность клеточной плазмы, слияние с вирусом положительно, но с задержкой симбиоза. Изменение тела. Наблюдается постоянный результат. Статус продолжит наблюдение. Джордж, действие уничтожен. Тут журнал, оставленный кем-то. У меня кружится голова после их уколов. Не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Разве могла она сбежать сама и бросить меня? Я нашла маму. Мы теперь вместе. Я очень счастлива. Но она подделка. Не моя настоящая мама. Тоже лицо, но другая внутри. Нужно найти маму. Нужно вернуть лицо назад маме. Я забрала лицо мамы назад. Моя мама и ничья больше. Я прикрепил ее лицо себе, так что она не уйдет. Потому что мама сказала, когда я встретил ее без лица. Из коробки запах мамы. Может, настоящая мама там? Каменная коробка тяжелая. Стальной трос на пути. Не могу увидеть маму из-за четырех камней.
Чего? Так, а куда теперь тут? Это мы... Да, давайте сначала вот сюда вот. Здесь у нас хилочка, хилочка, хилочка. Защита от отравы. А здесь лестница наверх. Чем дальше, тем непонятнее. И мы... Печатная машинка... Ой. А где это мы? Там яма, что ли, уже? Я помню, мы здесь брали трубку вот эту вот. Стой, вход вот тут. Это я в прошлый раз вот эту паутину. Так, что ж, друзья. А Мумба-Юмба здесь нет? Тут же был Мумба-Юмба. Здесь сейчас печатная машинка, ящик с предметами. Мы отыграли почти целый часик. Я думаю, сейчас самое время будет нам сохраниться, передохнуть. А в следующий раз мы продолжим. Финал все ближе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ссылка на плейлист в описании. Всего вам самого хорошего. Меня зовут Алексей, канал Кутим. Пока.